Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только с сегодняшнего дня. Это проверенная и самая выгодная покупка на телеканале Shopping Show. Сегодня это куртка Дакота. Хочу сразу сказать, что стеганые модели очень популярны уже на протяжении 5 лет. Впервые они появились в Европе. Сегодня наши модницы уже не смотрят завистью на туристы, которые приезжают в Россию. Они сами выглядят как иностранки. Дорогие друзья, сегодня для вас мы предложили самую яркую палитру верхней одежды. Согласитесь, когда заканчивается зима, на улице серо, вы становитесь сами ярким объектом. Многие модницы начинают смотреть на вас завистью. И главный вопрос, где она купила такую куртку? Встречайте, куртка Дакота представлена сегодня в 4 расцветках. 4 расцветки и самая выгодная цена 1999 рублей. За куртку со скидкой 2000 рублей. И у нас есть 4 цвета и размерный ряд до 64 размера. Давайте познакомимся с расцветками. Я выбираю оттенки сирени, которые сегодня в этом году, 2018-м, одни из самых популярных. Я знаю, что многие женщины уже сегодня охотно выбирают все ноты сирени. Если вы любите оттенки нежного голубого неба, бирюза, очень красивый с добавлением ментола, нежный цвет, без добавления каких-то серых оттенков, он действительно нежный, но в то же время яркий. Этот цвет синий индиго, в заказе называется голубой. Ну а для тех женщин, которые любят нюдовую палитру, универсальную, базовую коллекцию в своем гардеробе, выбираю для себя бежевый цвет. Ну и прямо сейчас предлагаю посмотреть, как же куртка Дакота сидит на фигуре не только Светланы Воронцовой, но и наших девчонок. И посмотрим заодно, с чем можно ее сочетать. Куртка сделана по типу удлиненного пиджака-жакета. И этим-то она и привлекает модниц, те, кто предпочитают классику или спортшик, как наша Марина Пигашкина. Начнем от Виктории. Вика выбирает элегантный ансамбль вместе с брюками. Я хочу сказать, что брюки Камила оттенка черного прекрасно сочетается с курткой Дакота, оттенок голубой. Если вы та женщина, которая предпочитает романтический стиль и элегантный, можете воспользоваться шифоновым платком или косынкой и украсить себя в области воротника. Анастасия Меньшикова выбирает юбку Наина. Это кружево от бренда Олмис. И вы можете также выбрать для себя готовый комплект. На Насте оттенок бирюза. Ну а Марина сегодня подготовилась к встрече весны. Этот стиль называется спортшик. На Марине бежевый цвет куртки Дакота, брюки Камила, оттенок шоколад, блуза Раина, которую вы можете заказать вместе с готовым ансамблем. Ну и, конечно же, подберите для себя пару удобных туфелек. Конечно, сегодня это можно будет сделать с максимальной выгодой. 1999 рублей. Самая выгодная покупка на нашем телеканале в течение суток. Отличный повод для того, чтобы познакомиться и сделать свою первую покупку. Но давайте же рассматривать подробности. Свет, весна. Я хотела сказать про размер. Мы выбираем размер в размер. Куртка сшита очень свободным кроем, но слегка приталена. Поэтому даже если у вас есть нюансы и секреты фигуры, выбирайте тот размер, который вы носите. Анастасия Меньшикова 50 размер, Виктория 50 размер, Марина 54. А размерный ряд до 64. Ну что ж, давайте поговорим о сезонности. Свет, на какой сезон ты рекомендуешь куртку? Ну, говоря сегодня о наступающей, уже наступившей весне, она не всегда нас радует солнцем. Всегда весна, споря с зимой, не всегда балует нас солнечными днями. Бывают и дожди. Это мы могли наблюдать в последние дни в Москве. То снег мокрый, то дождь. Сегодня мы предлагаем вам куртку из современных плащевых материалов. И самое главное, это надежная защита от влаги. Поэтому, отойди, Аришенька, прямо сейчас мы проведем эксперимент, который докажет, что наш материал с водоотталкивающим покрытием защитит вас надежно от дождя. Я вылила целый стакан воды, но посмотрите, ничего не проникло внутрь, ткань не впитывает влагу, а отталкивает ее. Если сейчас вы увидите, здесь огромная лужа, но вы-то остались защищенными. Я считаю, прежде чем выбирать для себя верхнюю одежду, она должна быть не только модной, она должна вас защищать. Именно поэтому сегодня выбираю куртку Дакота. Вы защищены от любой непогоды. Вы получаете сегодня надежную защиту всего за 1999 рублей.
рублей. Самая выгодная покупка в течение одних суток. Начинайте свое знакомство с нашим телеканалом и, конечно, со спецпредложения дня. Проверенное качество и надежная защита от непогоды. Ну, давайте посмотрим еще раз на цвета и на то, какая же все-таки она красивая и стильная. Итак, у нас 4 цвета. Аришенька, ну, возьми тогда цвет. Итак, сиреневый цвет, голубой, но это цвет индиго. В заказе называется голубой. Мы иногда называем его васильковым. Цвет бирюза с добавлением ментола. И для тех, кто любит нюдовую палитру, универсальную базу, это цвет беж. Но это еще не все характеристики нашей модели. Говоря о защите от влаги, не забывайте, что сейчас еще прохладно. Когда Арина спросила меня, на какой сезон, я скажу вам так. Эту куртку мы можем носить 3 сезона. Межсезонье, зима-весна, когда после лета в августе, в сентябре бархатный сезон, и даже в начале зимы, надевая теплый джемпер, жители юга нашей страны могут надевать эту модель. Кстати, у нас Анастасия из Краснодара, и Настя говорит, что такие модели они даже иногда надевают и зимой, если зима, конечно же, теплая, плюсовые температуры. Ну а что же защитит нас с вами от прохлады? Это синтепон. Синтепон – утеплитель нового поколения. Не обладает увеличенным каким-то эффектом, поэтому вы всегда будете стройны. Синтепон очень легок, защитит вас от ветра, но в нем не жарко. Поэтому я хочу посоветовать вам, если вы ищете для себя укороченное пальто или куртку, пусть это будет куртка Дакота, выглядит она по-европейски нарядно, стильно и, главное, защитит вас от непогоды. Легкая, современная и очень стильная куртка для городской жительницы за 1999 рублей. Смело берем размер в размер. Размерный ряд от 50 до 64. Модная стеганая куртка понадобится обязательно в вашем гардеробе. А я еще хочу добавить про рукава. Очень много раздается звонков, и многие женщины переживают. Модели у нас высокие. А многие женщины, вообще средний рост наших модниц в основном 1,64 м. Всегда Оля Грядунова жаловалась на то, что отказывалась от таких красивых вещей, потому что их приходилось укорачивать. Я говорю про рукава. Обратите внимание на мою модель. Здесь мы видим с вами манжеты. Вы можете сами отрегулировать длину рукава согласно вашим размерам, параметрам и росту. По-моему, это очень удобно. Очень удобно, а главное, это идеальная дистанционная покупка для вас. Сядет однозначно. Специальное предложение только с сегодняшнего дня. Успейте дозвониться прямо сейчас по бесплатному телефону.